Здравствуйте, с вами Екатерина Витушко, маркетолог компании «Подшипник.ру». Сегодня мы проведем краткий обзор наиболее востребованных серий игольчатых подшипников производства НТН. Ассортимент НТН включает более 30 серий игольчатых подшипников. Они широко используются в сельскохозяйственной технике, промышленном оборудовании, а также в автомобилестроении. Давайте рассмотрим несколько серий этих подшипников. Вот так выглядит игольчатый подшипник серии HK с наружным штампованным кольцом и полиамидным сепаратором. Такие подшипники широко применяются в рулевом управлении, в коробках передач и других важных узлах легковых автомобилей и тяжелой колесной техники. Вот это представители серии К и КБК производства НТН. Они не имеют колец и представляют собой просто сепаратор с закрепленными в нем игольчатыми роликами. Такие подшипники часто используются в двигателях мототехники, а также в двухтактных двигателях садовой техники. Похожую конструкцию имеет и игольчатый подшипник серии НК. Однако у него отсутствует внутреннее кольцо, а наружное массивное кольцо машинной обработки имеет направляющие бортики. Все ранее рассмотренные серии игольчатых подшипников воспринимают только радиальные нагрузки. Вот эта серия игольчатых подшипников создана специально, чтобы воспринимать только осевые нагрузки. Это прочный стальной сепаратор с игольчатыми роликами, который имеет очень малую монтажную высоту. К нему отдельно могут поставляться опорные кольца, а также посадочные обоймы. Рассмотрим образец игольчатого подшипника серии БК производства НТН. Эти изделия имеют цилиндрическую наружную обойму, внутренняя отсутствует, игольчатые ролики и сепаратор. Они рассчитаны на эксплуатацию при существенных скоростях вращения вала. Последний образец – это комбинированный подшипник серии NKX. Как мы видим, он фактически состоит из двух частей – игольчатой, предназначенной для восприятия радиальных нагрузок, и шариковой упорной, предназначенной для восприятия осевых односторонних нагрузок. Нужно отметить, что ассортимент японских игольчатых подшипников НТН во многом пересекается с ассортиментом известного немецкого производителя Schaeffler. Так что, если нужного игольчатого подшипника НТН нет в наличии, всегда можно подобрать соответствующий аналог под брендом ENA с сопоставимым уровнем качества и надежности. Не экономьте на качестве и выбирайте подшипники с умом. Спасибо за внимание!